«Росталь». Это завод, который построен еще во времена Советского Союза. Очень много бетона, железа, есть много уровней подземные этажи. Поэтому брать данный объект штурмом, ну давайте так, смысла не имеет. Потому что можно положить большое количество своих солдат, а противник потери как таковых не понесет. Поэтому на данный момент нужно разобраться с блокировкой этого завода, найти все выходы и входы, в принципе, это возможно сделать. А после этого уже обратиться, я думаю, к химическим войскам, которые найдут способ, как выкурить кротов из своих ног.